Всем привет, вы на канале Amaran Sims, меня зовут Настя, и сегодня мы попробуем пройти челлендж, пытаюсь построить дом за 3 минуты. Я не знаю, как я это сделаю, с учетом моих предыдущих видео, где было 10, 7 и 5 минут, и нифига я там ничего не успевала, я не знаю, как я за 3 успею что-то сделать, мне кажется, я только коробочку смогу построить. Вот. Ну, правильно же, да, по правилам, главное не забыть поставить свет, там, мусорку, почтовый ящик, все остальное. Я выбрала участок в Гранит Фоллс, ну, я убрала характеристику для съема, ну, для сдачи, для аренды, и я взяла просто обычный базовый. Сейчас мы с вами попробуем строить, я боюсь начинать, я не знаю. Будем делать какой-нибудь... Хижину какую-нибудь. Так. Ну, давайте. Раз, два, три. Так, мама. Ой, не знаю, что с этим делать. Надо участки строить три... Эти домики, комнаты строить 3×3, чтобы крышу не менять. Так, ладно, пофиг, какая крыша. Мы сейчас с вами сделаем так, дверь, окна беру, нет, только не это, делаем окна, так, я не знаю, где что будет, ну, в общем, пусть будет так, и вот так. Так, стены, пусть будет деревянные. Пол, деревянный, боже, какое все красное. Так, что бы нам дальше сделать? Кухня. Давайте сделаем кухню. Что-то у нас все из Сулани здесь. Как ни странно. Сделаем вот так вот кухню. Это удалим. Зачем я трачу на это время? Так, холодильник. Так, быстрее, плита. Обязательно, чтобы не сгореть. Я забыла включить BBB Move Objects. Так, ладно. Допустим, стол нам будет не нужен. Мы сделаем сюда. Дальше нам нужен туалет. Туалет. О май гад. Я не успеваю. Так, ладно, пусть туалет тоже будет деревянный, все будет деревянным. Так, двери. Блин, осталась минута. Двери. Все, что нужно для... А, не зависай, пожалуйста, не зависай. Кровать, туалет, ванна, туалет. Так, раковину мы ставить не будем. И что у нас еще? Так, мусорка 44 секунды. Нам нужен свет. Хоть какой-нибудь свет. Фу, ну, по сути, почти все. Нам что, 29 секунд? Мы успеем сделать диван. Пусть будет так. Боже мой, желтый. Так, 14 секунд. Что нам еще сделать? Ну, вроде я поставила все, что нужно для жизни. Правильно? Так. Ну, я думаю, что мы уже ничего не успеем сделать. Все. Все. Время истекло. Ну, в целом, видите, я уже прокачалась. Я уже ничего вроде не забыла. Все, что нужно есть. Покушать, где есть и приготовить. Телевизор посмотреть есть, где помыться, в туалет сходить есть, где спать есть, где есть, свет есть, окна есть, и оплата коммуналки есть. Ну, вот это почтовый ящик. Ой, ну я даже не знаю, это капец, конечно. Как это сложно, я не знаю, я даже не заметила, как прошло время. Я только села, мне кажется, только стены построила, и уже все. Также чуть подшаманим тут с вами домик. Давайте опять сделаем мою любимую крышу. Все-таки у нас сельские мотивы. Я не знаю, это так как-то глупо выглядит.
Ну, не то чтобы глупо, просто я не знаю. Очень, конечно, тяжело для меня это делать. Не получается прям вот сесть. Я не знаю, у кого получается. Я, кстати, только видела в, ну, превьюшке таких видео других симеров, но я не видела именно, ну, как бы, как это делается. Само видео я не смотрела. Вот. А можно было бы посмотреть, чтобы понять, вообще я одна такая или у всех не получается. Ой, жалко, конечно, что у нас получилась такая хлобуда. Ну, в целом, я считаю, что челлендж я прошла. Потому что у нас в целом все есть для жизни в этом доме. Правильно? Правильно. А что еще надо? Так, это слишком большая дверь. Давайте сейчас еще покрасим стены, раз у нас деревянный дом. Сделаем вот такое. А нет, мы сейчас, знаете, как сделаем? Мы здесь сделаем камень. Что-нибудь такое каменное. И крышу поменяем. Ну и более-менее нормально. Можно еще пару деревьев поставить. И все хорошо. Так, знаете, надо цвет поменять. Подождите-ка. А, у нас же еще вот тут. Видите, какая я невнимательная. Так, сделаем и фундамент. Сейчас покрасим какой-нибудь деревянненький с камнем. Так, теперь нам надо деревья поставить, и все будет ок. Ок. Так, интересно, есть деревья отдельно для вот это, как это называется, каталог этот? Я забыла, в поход, это игровой набор, я почему-то, о, тут есть. Текс. Вот как-нибудь. Так, сейчас сделаем. Покрасим немножечко траву. Вот как-нибудь так. И посмотрим, что у нас тут из кустов есть. Ой, так. Ну я же, как умный человек, не включила перемещение объектов. Не все таким. Ну ладно. Пофигу. То есть, вы понимаете, да, что по сравнению с этим домом, предыдущие дома, которые были, ну, вот эти, как их, за 10 минут, это как бы еще были красивые и подготовленные дома. То есть, сейчас у нас, конечно, вообще... Так, я вот думаю, мы здесь с вами не можем, да, ничего такого сделать. Я просто хотела сделать... Типа вот так вот что-нибудь. И добавить какие-нибудь окошки. Окошки. Знаете, очень, конечно, дверь маленькая. Надо бы побольше дверь. Ну, пусть будет такое окно. Почему бы и нет? Давайте сделаем серый почтовый ящик. И все-таки я хочу дверь поменять. Мне уж очень не нравится эта дверь. Так, а мы здесь, получается, можем... А, вот так мы можем, да? Вот как-нибудь... Вот так вот. Вот, как мы с вами сделаем. Можно еще вот сюда поставить цветочек и на этом закруглиться. Ну, в целом, мне, конечно, нравится. Надо придумать что-нибудь еще такое эдакое, чтобы нам с вами снять. Ну, в общем-то, вот так вот. Нет, ну я рада, что как бы внутри все есть. Да, конечно, это стрёмно. Да, конечно, это не продумано. Но...
знаете, с учетом того, что это было всего 3 минуты, в принципе, это неплохо. Вот. Ладненько. Всем спасибо за внимание. Пишите свои комментарии. Пока-пока.